Здравствуйте. Мои соседи по даче – актеры, и каждый раз, когда я слышу, как они ругаются, а через забор перелетает разбитый мангал, я гадаю, это они репетируют или ссорятся. Здравствуйте! Это летняя кухня. Я готовлю на свежем воздухе по семейным рецептам моих звездных гостей. Меня зовут Дмитрий Шепелев. Доброе утро! Семья моей сегодняшней героини целиком актерская. То есть не только она актриса, а актеры также ее родители и даже ее дети. Как такое могло произойти, сейчас спросим у старшей дочери моей сегодняшней гости. Ее зовут Тоня. Пойдемте знакомиться. Тоня. Тоня. Ну, улыбнитесь же вы мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в летнюю кухню. Мама ваша? Так. Актриса. Так. Бабушка? Тоже актриса. Актриса. А что насчет дедушки? Тоже актер. И он актер. А что насчет младшей-премладшей сестры по имени Аня? Я думаю, тоже будущая актриса. Какая самая знаменитая роль вашей мамы? На букву «Р». «Р»? Угу. Ромео? Ну, она же женщина. Согласен. Кто же это может Донна быть? Донна Роза? Тоже не из этой оперы. Опять мужчина. Угу. Ну что же, вторая подсказка. Итак, может быть, я сразу назову? Говорите. Роксолана. В гостях в летней кухне сегодня Ольга Сумская. Пойдемте встречать. Пойдем. Ольга. Здравствуйте, Ольга. О, боже. Ну, привет, мои дорогие. Актриса. Привет, мои хорошие. Телеведущая. Ой, да поможи мне, боже. Народная артистка Украины. Скажи, 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 так что, Ольга Сумская, здравствуйте. Твоих уст. Доброе здоровечко. Ольга Сумская, народная артистка Украины. Уже 25 лет Ольга играет в театре и снимается в кино. А дома ей досталась главная роль. Роль внимательной мамы, заботливой жены и прекрасной хозяйки. Она воспитывает двух дочерей. Старшая дочь Тоня Паперная тоже актриса. Младшей Ане 11 лет. Ольга всегда находит время для семьи. Каким бы плотным ни был график, холодильник Сумской всегда набит вкусной домашней едой, приготовленной по семейным рецептам. Тоня любит мамину еду, но чаще выбирает кухню интернациональную и не боится экспериментировать с продуктами. Как совмещать роли успешного человека, востребованной актрисы, первоклассной хозяйки и лучшей в мире мамы? Всегда ли удается это нашей героине? Об этом сегодня. Я хочу, чтобы сейчас все женихи Украины прильнули к экранам телевизоров, потому что с огромным удовольствием я представляю старшую дочь Ольги по имени Тоня. Тоня, здравствуйте. Здравствуйте. И юную красавицу по имени Аня. Здравствуй. Аня, давай начнем с самого главного. Что это за кастрюля? Там буряки. Вот же. А ну, что? Дотя, скажешь. Буряки. Буряки. Відвар для нашої української традиційної страви – холодник. І я з задоволенням сьогодні приготую його для тебе. Що там у нас в корзинці? Давайте, я свої продукти тим часом. Да, а що значить свої продукти і не свої продукти? А тому що це свої продукти. Розказую. Мама – любитель такої консервативної кухні. Ну, української, національної. Допускаю, так. А я все-таки любитель більш такого продвинутого направлення. Наприклад, безкалорійний борщ. Гуакамоле. Без гуакамоле. Гуакамоле. Почему бы и нет? Знаменитое украинское блюдо гуакамоле. Украинское национальное, конечно. Плутаю, плутаю, гаспарола, горгонзола. И гуакамоле. 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 Літре, молочна телятинка. І сьогодні ми її будемо запікати в оливковому, значить, такому маринаді з пряними травами. Що відповість нам на це ваше гуакамоле, Тоня? А гуакамоле говорить тим временем: "А нет, дорогая мама. Я буду готовить более продвинутый вариант". Ти подивись, що робиться. Мені так подобається, що молодша не втрачає часу. Конечно. І розкладає всі інгредієнти. Я вижу, що у Тоні є лимони і лук, там і авокадо. А є яблуневий сік, в якому я також замариную наше м'ясо. І так, з вас несколько блюд. Отже, у нас запечене м'ясце. Так. У нас горгонзола, гуакамоле. Да гуакамоле, ну какая горгонзола, что ж такое, ну никак не усвоит она это слово. Ну, гуакамоле. 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 У нас прекрасный десерт будет. Угу. Я тебя здивую. Аня, омлет.
Омлет. А вот если у нас у всех ничего не получится, тогда мы приготовим омлет от Ани. Сегодня на летней кухне Ольга Сумская откроет множество фирменных женских секретов. Секрет здорового семейного питания. Витаминная бомба в кастрюле, свежий легкий холодняк, блюдо по рецепту прабабушки. Він найсмачніший в світі. Секрет мексиканской кухни. Острая закуска гуакамоле от дочери Ольги Сумской Антонины. Как без этого? Секрет сладкой жизни. Любимый десерт семьи Сумских. Быстрое варенье из малины и апельсинов. Два кольори мої, два кольори. А также другие тайны героини. Секреты красоты. Це супер-супер масочка. Кулінарії. Ексклюзиви до Ольги Сумської. Воспитання. Туди не ходи, інтерв'ю зайве не давай. І настоящей магії. Уходи, Горіч, уходи. А начнется все з приготовления м'яса по сімейному рецепту. Так, з чого ми должны начать? Я так думаю, з маринаду для м'яса. З маринаду для м'яса. Що нам нужно для того, щоб м'ясо замаринувати? Для цього його треба порізати. Нам треба почистити від сухожилі, нарізати і почистити. Продовжи, мій хороший, я тобі передаю. Це ми потім додамо. Із чого ми будемо готувати маринад? В першу чергу ми беремо оливкову олійку. Значить, сюди ми додаємо пряні травочки. Вот они. Пожалуйста, выбирайте. У нас много разных. Все это приправы эко. Тоня. Куда? Аня, какие травы вы добавляете в маринад? Прованские травы. Пожалуйста. А Аня, что у тебя в руках? Далее идет перец. Сумишь перца. Нет соли. Соли. Соль есть. Мы сіль не даємо зараз. Сіль забирає вологу. Так. І солити ми будемо вже м'ясце фактично перед подачею. Анечка ріже цибулю, будь ласка. Ольга. Ну, откройте, пожалуйста, тайну. Как часто вам, народные артистки Украины, приходится прийти домой, встать за плиту, смахнуть усталость и начать готовить? Смахнуть усталость. Ты знаешь, Дмитрий, я могу так вот в вечерней сукне, в макияже доваривать борщ. Ну, таке буває. До или после? Телефонує хтось з друзів. Олюню, хочу борщу. А у мене там, скажімо, година до виходу на концерт. І я варю борщ. Ну як же ж відмовити улюбленим друзям? І як чувствує себе Тоня, которая, к примеру, просипається в этот момент, заходить на кухню попить воды, а видит мать в вечернем у плиты? Ви знаєте, з рождения я наблюдаю за этой картиной. Да. Поэтому, в принципе, другой я не представляю. Так, вот. Давай, ты ж проснусь, мать в платье готовит борщ. Ложусь спать, мать в платье. Мамочка, что такое мать? Как к маме обращаешься? Мамочка. Мамусенька. Мамусенька. Мамунятку. Да. Она в телефоне, между прочим, записана, я к мамунятку. То, когда нам звонит мама, отменяются все дела, и надо с ней поговорить. Допустим, у мамы утро каждое начинается, что она звонит нашей любимой бабушке. Даже если мы там в Дубае, в Праге, где-нибудь, все равно идет звонок. Ну, це така добра традиція. Я мамі повинна зателефонувати зранку, спитати, як вона себе почуває. От, вона має спитати мене, як у доці, який план, туди не ходи, інтерв'ю зайве не давай. Ну, вона критикує, вона найголовніший авторитет і критик в нашій родині. Тоня, так. Ну, а ви-то звоните мамі кожне утро? Я-то звоню. Я звоню по вечорам, коли у мене набирається більше новостей. Достатньо. Мы можем с мамой поделиться всяческими историями. Мясо готово. Пане Дмитре, пожалуйста. Дозвольте вас попросить еще трошечки его отбить. Да, потому что это необходимый процесс для того, чтобы мясо было мягенькое, как говорят на Украине. Вы, кстати, Ольга, предпочитаете, когда мясо отбиваете, заворачивать его предварительно в пленку, чтобы мясо не страдало, или не придаете этому особого значения? Я знаю, что есть такие ноу-хау, чтобы сік м'ясний не потрапив на сукню там чи щось таке. Ну, у мене є фартушки. Ти розкажи про свій метод беззвучного відбивання. Да. До речі, є такий секрет. Интересно. Для цього нам потрібна табуреточка. Табуреточка? Пожалуйста, манесенька. Міні-майстер-клас. Берем табуретку і що потім? Берем. Дімусенька, я отам сяду, так, щоб мене було. Давайте, щоб було видно. Так. Ексклюзиви до Ольги Сумської. Беззвучне відбивання м'яса.
Мені потрібна дощечка товста для того, щоб рідненькі, щоб сусіди не прибігли і не зупинили цей процес. Пожалуйста. От давайте зрівняємо два звуки. Дося, відбивай. Давай, бей, поповнуй. Дивись. Чутно скрізь, так? Ужас. А тепер пожалуйста. Тихий час, так? І все, все, тихесенько. Тихенько, так? Ти бачиш? Я не могу сказать, что очень озабочен судьбой моих соседей. Поэтому я лучше поберегу ваши колени. Спасибо, дорогие. Спасибо за совет. Браво! Я беру мясце. Так, я возвращаю вам. Так. И уже иду его мариновать. Позвольте провести некий промежуточный итог. Мы взяли оливковое масло, добавили туда травы, порезали туда лук. Да. И предварительно порезали и отбили мясо. Угу. Упаковали в этот маринад. Сверху посыпали перцем. Угу. И все отложили правильно. На некоторое время для того, чтобы все мясо достаточно. Пустило сок, возможно, и немного замариновалось. Правильно? Все точно. Сегодня на летней кухне Ольга Сумская раскрывает секреты успешной леди и непревзойденной хозяйки. Гостья уже замариновала мясо для запекания, а Тоня приготовит к нему острую мексиканскую закуску. Без перерыва на рекламу вы узнаете. Один із секретів красоти от Ольги Сумской. Це супер, супер масочка. Почему дочь актрисы не хочет быть Сумской и носит фамилию отца? Ты вообще нормально? А прямо сейчас Ольга приготовит холодный суп на основе свекольного отвара с овощами и зеленью. Мультивитаминный холодняк по рецепту прабабушки. Так, ну что, я предлагаю сейчас обратиться к холоднику. Це рецепт прийшов від прабабусі моєї. Холодник. Это вот вы приготовили дома заранее. Свекольний навар. Бурячок у нас отварен и варится именно в почищенном вот таком состоянии, да? До готовности. Ось він такий відварений, бачу, так протикається. Бачиш, протикається. До готовності. Такой стандарт качества, понимаю. Абсолютно. Угу. А тепер ми тримо сюди, от виймаємо, і тримо на тертушечку на крупную терочку. Роздайте нам всем задание, чтобы мы были в пределе. Значит, нам дали необхідний огірочок. Помитий чистенький огірочок. Ми його чистимо трішки. Якщо шкірка ніжна, можна з шкіркою терти прямо в наш холодничок. Саме цей холодник, коли я навчила своїх друзів, от є Віктор Павлік, він теж робить такий холодний борщ, телефонує мені, каже: «Оля, я зробив кастрюлю і сам її з'їв». Ми попросимо Діму порізати помідорчик «Волове серце». Я дивлюсь, що він тебе є. А я вже... От... Він чистенький. Чому ці помідори ви називаєте «Биче серце»? Значить, є наш український помідор «Волове серце». Він найсмачніший в світі. І ніякі ваші чері європейські не зрівняються з цим помідором. В Москві не часто зустрічеш такий сорт. Тоня, послухайте, ми ще, звісно, поговоримо о тому, що ви студентка Щукінського училища, що живете в Москві. Звісно, куди ж без цього. Ну от зараз саме время признатися, як питаєтесь ви в Москві, вдалеку, вдалекі від маминої кухні, ситної і полезної? Далеко не гуакамолі, гречечка. Так, какая-нибудь. На завтрак. Да какой-нибудь гречечка. Салатик приятный. Вот. На обед гречечка, на ужин гречечка. Понимаю вас. Ну, осталось всего несколько лет потерпеть. Ольга, так что, получается, наведываетесь вы в Москву и привозите домашние заготовки для Тони? А я потягом передаю, у меня мої знайомі провідниці. Якщо я їду до Москви, чи на зйомки, чи на озвучку, ну буває таке. Буває такий праздник життя у мене, коли ко мені приїжджає в Москву мама. Це буває крайне рідко, к сожалению. Секрети кулінарії, красоти і воспитання от Ольги Сумской. На летній кухні народна артистка ділиться сімейними рецептами і розкриває свої жінські хитрості. Дальше вы увидите, что едят звезды, когда нет времени на обед. И не треба цього боятись. И как заколдовать еду, чтобы она понравилась мужчине. Давайте це зробимо. А самое главное, как удается Ольге совмещать напряженный график и играть роль лучшей в мире мамы. Сегодня на летней кухне Ольга Сумская делится семейными рецептами и раскрывает свои женские хитрости.
дальше вы увидите, почему дочь актрисы не хочет быть сумской и носит фамилию отца. Шануемо, батька! Как правильно выбирать авокадо для мексиканской закуски. Бросьте в лицо этому продавцу. А самое главное, как удается Ольге совмещать напряженный график и играть роль лучшей в мире мамы. Так, мы занимаемся тем, что готовим холодник. Мы уже нарезали свеклу, мы натерли огурцы, и сейчас девушки нарезают уникальные томаты. Что еще нам нужно будет добавить туда, Ольга? Дима, нам треба ще цибулька, невеличка порція. Ольга, прошу, будь ласка. Хотели ли вы такой судьбы для своей старшей дочери? Актерской, местами голодной, но такой увлекательной. Вона сама її обрала, сама Дімочка. Вона приїхала до Москви в 17 років перший раз поступати. От, і прийшла всі три тури, і фактично вже була зарахована. Приїжджаємо до Києва, сіла біля мене і плаче, каже: «Мама, я не хочу». Ж такий водоспад сліз, я не поїду до Москви. Я кажу: «А що сталося, доча?» «Я передумала». Я кажу: «Ти взагалі нормально? Тебе беруть щукинське училище». Я передумала і поступила до іншого інституту. І ви були готові, Ольга, відпустити Тоню 17 років в холодну Москву? Тоді якось не склалося, вона ще була замала. Я сама себе не відпустила. Надо сказати нашим зрителям, що поступити в Щукинське училище, одне з самых престижних театральних училищ Росії, на минутку, огромний труд і огромна сложність, і 17-летній Тоне Сумской удалось это сделать, позвольте, но отступилась. Позвольте поправить вас, Дмитрий, Тоня Паперная, потому что она ображается, когда ее называют Сумской. Чего это она обижается? А вот так, она шануя батька, это ее прозвище. Шануемо батька. Тоня, скажите, ну раз вы так выступаете под и учитесь под фамилией отца, да, спросили ли вы мнение папы? Ехать мне, милый папенька, в Щукинское училище? Абсолютно. Или нет? Папеньку позвонила я ему и сказала: «Папа, дочь ваша беспокоит вас. Поступила в театральный институт имени Бориса Щукина». И треба сказати, Дмитре, що Євген Васильович Колижиш закінчив, дякую, закінчив Щукинську школу. Так і вас там знають. Пам'ятають. Ні, мене там ніхто не знає в Щукинському, а його дуже добре знають. Він там колись виблискував, як то кажуть, на подмостках. Да. Так що слава гримить, посейде. Начебто все порізано. І зараз нам треба залити цибульку кипятком. Кипятком. Так. Да, дивись, Діма, ми закладаємо помідори. Мені предстоїть небувале, мені потрібно залити кипятком лук. Ольга, зачем? А для того, щоб він не був таким пекучим, Дімочка. Давай, дивись, оцей от. Спасибо, сонечко. То есть это тот лук, который можно есть перед свиданием? А я? Именно. Я краще, чтобы он не был вонюч, он має постоять и так 5 хвилиночек. Это бабушкин рецепт? Это прабабусь. Прабабушкин рецепт. Холодник. Как он менялся с течением лет? А, дивись, позбавлено картопли, тут немає м'яса. Він пісний, але дуже поживний, смачний. Вот вам один из секретов красоты Ольги Сумской. Пожалуйста. Спасибо, мой хороший. Ну що ж, нам треба його посолити ще. А соль, пожалуйста. І нам потрібна зелень. Зелень, тоже предостаточно. Давайте помиємо її. Я режу. Зелень, ну смотри, мелко, да? Ещё несколько секретов красоти і здорового образу життя, може бути, ви нам відкриєте. Не роблю нічого такого жирного, наваристих бульйонів. Є салати, різноманітні супчики такі, дуже легкі. Прошу, будь ласка, кидайте. Вам, Ольга, приписывают фразу: «Моя косметичка лежит в моем холодильнике». Отчасти, Дима, отчасти, потому что мамуня меня завжди вчила, что, доча, якщо немає якогось супердорогого крему так в косметичці, ну ти забула його, то можна використовувати і оливкову олійку, і сметанку, і кавову гущу як скраб для тіла. Уявляєш собі? Ольга, хорошо. Ну от обична ситуація. Ну, к сожалению, не хватило времени, щоб виспатися. Синие круги под глазами, так, уставшая кожа и потухший взгляд. Что вы посоветуете мне и нашим телезрителям, кто не досыпает? Значит, если у тебя мешечки, и ты работал практически цілодобово, я тебе показываю такой рецептик на швидкоруч. Мы имеем картопельку, мы тримо ее на миленькой тертушке. Будь ласка, дуже миленько отака от. Картофельное такое вот на дируни, знаешь, такая суміш на дируни. Так. Ми можемо додати сюди трішечки оливкової олії.
Оливкова олійка, вона йде взагалі-то скрізь. І от ти лягаєш, ну так, щоб, звичайно, ні в концертному платі, це вже тут невозможно. І от такими от, значить, смілими движеннями під глазик, ну я не буду зараз цього робити, накладаємо шар у цієї суміші. Под глаза. На 20 хвилин. Потім можна обратно сольки, перчика додати і на сковородку. І готові драники. Ну от ви шуткуєте, а це супер масочка проти отеків під глазами. Потрясающе. Вот еще один рецепт от Ольги Сумской. Да? Что же ждет нас дальше? Я порезал зелень по вашей просьбе. Отправим ли ее мы туда? Сюда. Отлично. Все сюда. Давай. На ваше усмотрение. Друже. Давай. Петрушечка и трішки лимонного сока. Перемешати. Сейчас, Ольга, я хотел бы уточнить, что же это получается? Все те продукты, которые вы добавляете в этот холодник новомодный, они совсем не варятся? Ні, в тому-то і справа, що тут вариться тільки бурячок. І означає це, що всі полезні свойства цих продуктів зберігаються? Це означає, що це унікальний абсолютно борщ холодний, який я рекомендую всім. І в цій кастрюлі, видавшій види, настояща вітамінна бомба. Все благодаря маминому холоднику. Божественно. Сьогодні на літній кухні Ольга Сумская з дочерями Тонії і Ані. Ольга замариновала мясо для запекания, а Тоня приготовит к нему острую мексиканскую закуску. Без перерыва на рекламу вы узнаете секреты воспитания от Ольги Сумской. Ну, яка це ж божевільна мама піде на такі героїчні плани. Чем пожертвовала актриса ради дочерей? И, до речі, я про це шкодую сьогодні. А прямо сейчас Тоня научит маму готовить острую мексиканскую закуску гуакамоле. Традиционное мексиканское блюдо на основе мякоти авокадо. Ее можно есть с хлебом или чипсами, или подавать в качестве соуса к различным блюдам. А холодник тем часом готовый. Аплодисменты! Давайте я запишу рецепт. Бурячки ми відварюємо. Головна умова – почищеними. Вистигається суміш разом з бурячками. І тримо бурячки в наш бульйон. Огірочок. Ми його чистимо трішки. Якщо шкірка ніжна, можна з шкіркою терти прямо в наш холодничок. Порізати помідорчик «Волове серце». Ми закладаємо помідори. Туди ріжемо всі наші інгредієнти. Нічим не підміниш колорит удивительной летней кухні. Я напоминаю, що ми готуємо на свіжому воздухі. Начался летній дождь, який поможе нам нагуляти апетит. І дуже скоро ми спробуємо всі ті блюда, які приготують Ольга Сумская, її очаровательні дочери Тоня і Аня. Тим часом нас чекає мексиканське блюдо в виконанні Тоні. Дозвольте, я попрошу вас о помощи порезать мне один этот замечательный овощ, что ли, фрукт, пока неизвестно. Дайте мне тоже задание, пожалуйста. Звичайно. Может, пориже помидорчик? Помидорчик. Дима. Милесенько, как каже мамочка. Тоня. Да. Начнем с главного. Откуда в вашем рационе появилось мексиканское, не самое популярное в Украине, в России, в Беларуси блюдо гуакамоле? Ну, наверное, в силу того, что я успела поколесить по Европе, да пожить там с разными людьми разных национальностей. Тоня, Мексика, я имею в виду с друзьями. Что я слышу вообще? Вот. Соседи у меня были и американцы, и девочки. Итальянцы, девчонки, конечно, да. Но не мальчики же. Пожить которые сразу. Научили меня такому замечательному блюду под названием гуакамоле. Мама как? Гуакамоле. Наконец. Хорошо. Гуакамоле. Тоня, давайте сейчас перечислим все те продукты, которые понадобятся для приготовления гуакамоле. Гуакамоле. Угу. Для начала берем. Билет авокадо. В Европу. Билет в Европу. Логично. Где мы приобретаем? Замечательный авокадо, который обязательно должен быть мягким, потому что из твердого вряд ли что получится. Ну, для тех, кто никогда не покупал авокадо, мы скажем о том, что его мягкость можно проверить буквально на ощупь. И если авокадо твердый, выбросьте, бросьте в лицо этому продавцу. Что еще нам понадобится, Тоня? Далее идет помидор, мелко порезанный. Очень мелко. Або милесенько. Так. Вот. Мы перетираем авокадо, мелко режем лук, который я тоже, уже починаю. Тоже пойдет вместе с авокадо и с помидорами. Вот. После этого мы поливаем всю эту смесь лимоном и табаско и добавляем соль. Угу. И получается национальное классическое говоря, мексиканское блюдо под названием гуакамоле. Ось дивись, що я товчу лучок, тут як мама. Милесенько, конечно. Что мы робим с лаймом? Лайм мы выдавливаем в авокадо для того, чтобы избежать темно-коричневого цвета, который превращается в авокадо, если постоит буквально минут 5.
На олійці супер, просто супер. К огромному счастью, вы не только талантливая актриса, но еще спасибо. И актриса востребованная. Спасибо, мой друг. И с вашим непростым графиком хотелось бы услышать совет. Как правильно питаться, когда совсем нет для этого времени? Знаходить его, Дмитрий, знаходить. За будь-яких обставин зраночку на годинку раніше встала, загрузила судочки, і не треба цього боятися. Просто мене колеги мої вже знають, і Ольга, що там у тебе в сумочці вкусненького? Судочка. Не знаєш, що у мене завжди є щось в сумці? Какая-то кашка из тыквы. Я обожаю вот какие-то вот тыквенные такие вот каши с изюмом, с абрикосами. Просто вивсянка, проста вивсянка наша, Геркулес. Теж така каша краси з фруктами мої. Просто закинув собі масу фруктів з хати, сухофруктів, щоб завжди у вашій сумочці було чим підкріпитися. Ну що, неужели готова наша гуакамоле? Да. Аня говорить, що да. Браво! Вона вже готова. Пожалуйста. Ну, надо сказать, что для тех, кто действительно пытается добиться настоящего мексиканского вкуса, гуакамоле должно быть обжигающе острым, потому что именно так его подают в Мексике. Но для нежного украинского желудка подойдет и такая постная версия. Мы ведь забыли про главный ингредиент. Мы можем соус додать табаско. И перцы пожалуйста. Нашей истории. Давайте это сделаем. Хватит, что же поистине вы? Мексиканское блюдо, потому что оно должно быть действительно очень интересным. А тем часом... Я хочу звернути твою увагу, Дмитре, на наше м'ясо, яке вже замаринувалося. Я так надіюсь. Ольга, його тим временем я задам, вам, тогда розумний вопрос. Посмотрите, у нас лето, да. Дождь, і, кажется, потухли наші углі. Можемо ли ми замінити углі на сковородку? Абсолютно. Абсолютно. Ти бачиш, природа диктує свої умови. І чому нам тоді не скористатися цією можливістю і не зробити таку печеню українську? Ставимо сковородку. Ставимо сковородку. Ну, а що робити? Мы только что говорили о том, что пошел дождь, а дождь-то и закончился. Но мы, знаете ли, тоже не лыком шиты и готовы пожарить мясо вместо гриля на сковородке. Мы его гарнесенько протушимо. Именно протушим, не прожарим? Протушим, так. Ну, наразі ти бачиш, зелень, вона вже тут. Так смачно, мама приготовила. Ну, должно, кстати, получиться очень неплохо. Накрыть крышкой, накрыть. Давай. Накрыть, отлично, пускай томится. Я предлагаю сделать совсем небольшую температуру. Так, чтобы правильно. Чтобы наше мясо не пригорало. Ну и все, и забудем о нем на короткое время. Ольга, но когда вы... ждали Тоню, или когда только Тоня появилась, не было ли у вас соблазна оставить карьеру, оставить актерскую профессию и заниматься только семьей, как многие поступают? Ничего мне не завадило колись взяти Антоніну. Їй було 3 місяці вже на знімальний майданчик. Вона була зі мною. А з Ганусою, якщо я їхала на зйомку, я стіжувала молочко, Дмитро, уяви собі, і передавала молочко з знімального майданчику знайомими провідницями, потягом до Києва, чоловік зустрічав. Ну яка це ще божевільна мама піде на такі героїчні вчинки? Ну, понимаете, Ольга, а ведь... Хотіла зніматися в кіно. І, до речі, я про це шкодую сьогодні. Для чого мені це взагалі було? Треба було відмовлятися і займатися дитиною. От я боялася випасти з строю, да? От із поїзда, вийти з ешелона, понимаєш? Понимаете, Ольга, а ведь нічого не змінилося. Тоня уехала в Москву, и вы по-прежнему поездами передаете ей баночки с вареньем. Уже не молоко, а не молоко, а баночки с вареньем, да. И борщ. Сегодня на летней кухне Ольга Сумская с дочерями Тоней и Аней. Ольга тушит сочную телятину, которой Тоня сделала острую мексиканскую закуску. Рецепт этих блюд вы сможете записать прямо сейчас. А без перерыва на рекламу вы узнаете. Чому научилась младшая дочь в отсутствии мамы? Я цей процесі ніколи не довіряла. Как звучит кулінарно-музикальне тріо сумських? Всю любой наквітне черемшина. А самое главное, как удается Ольге совмещать напряженный график и играть роль лучшей в мире мамы? Ну что, поспела наша телятинка? Раскишно. Вот так. Давайте-ка для самых щепетильных хозяек продиктуем рецепт
м'ясо. До нашого маринаду, дорогі друзі, входить оливкова олія, суміш перців, сіль, петрушку і кінзу, яблуневий сік. Туди ріжемо цибулю. Приготовили маринад, порезали м'ясо. Ми взяли телятину молоду, відбили її ексклюзивно. Замаринували, виложили на сковородку, залили маслом, в котором оно мариновалось, і закрили крышкой. Вспомнім про гуакамоле. Гуакамоле, Тоні. Можемо його сюди додати. Добавимо к м'ясу, і от нам овочная закуска. Вот так вот выглядит творчество Ольги Сумской, Тони и Ани. Итак, рецепт гуакамоле, пожалуйста. Авокадо, конечно же, мягкий. Мнем вилкой до однообразной смеси, после чего мы добавляем туда мелко порезанный лук и помидор. Туда же идут перец, соль и оливковое масло. Ну и в конце, конечно же, добавляется табаско и лайм. Который можно заменить? Лимоном. Можливо, сьогодні, до речі, такий дебют, вперше самостійно, ми їй будемо допомагати, вона зробить омлет для нас. Тому що я цей процес їй ніколи не довіряла, чесно тобі скажу. От бачите, благодаря нашій програмі ви увидите, що происходит з вашими дочерьми і чому вони навчились, поки ви були в театрі. Ань, хто навчив тебе готувати омлет? Я сама навчилась. Это только мальчики сами учатся готовить омлет. Девочек учат готовить омлет. Я смотрю на маму и делаю. Скажи, пожалуйста, что нам понадобится для приготовления твоего волшебного омлета? Расскажи. Два яйца, перец, соль и сковородка. И сковородка. Значит, дорогие мои, мама вносит коррективы. Пожалуйста. В омлетик можно додать сметанку, будет дуже смачно. Одну ложечку, велику таку ложечку. Так. Так, все це можна викладати вже на. Так, і давайте зараз покладемо помідорчики. Помідорчики. Так, це все, що ти порізала, доча? Давай. Можна ще підрізати помідори, вони не завалять, це буде дуже смачно. Ань, поки ти слідиш за омлетом, звісно, хочу я у тебе спросити, а ти думала о своїй будущій професії? Хочу бути артисткою певицею. Артисткой и певицей. Кто твой любимый исполнитель? Селена Гомес. Кто? Селена Гомес? Ладно. Риана, Леди Гага. А как насчет украинских исполнителей? Мама. Мама не поет. Мама поет. Мама поет, еще как поет. Я думаю, мама может доказать. Ну, мы можем все заспевать для Дмитра. А ну-ка. А для меня, девочки. Значит, дивись, я зараз закидаю цибулечку, вона не завадит. И поем. И мы спеваем для тебе. Тим більше, що я вже плачу тут від цибульки. Аня, открывай. Відкривай, доці. Ще трошки цибульки, да? Значить, дівчатка мої дорогі, підходьте до мами. Ану, як це Шепелів, та не чув, як ми співаємо. Що ми будемо співати? Нашу українську. Нашу я так думаю, що Діма нас підтримує. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Це ми про Діму, який чекає на наші смачні страви. Аплодирую я трьом красивим, талантливим девушкам на моїй кухні. Що? І умним, на минутку. Ну, як твій омлет? Він фактично готовий. Ну что, ну, лук. Як для дебюту непогано, так? Для дебюта потрясающе. Я думаю, не каждый украинский мужчина похвастается таким цельным, нежным. Аня, браво. Более того, вкусным омлетом. Сегодня на летней кухне Ольга Сумская с дочерями Тоней и Аней. Ольга Сумская приготовила мультивитаминный холодняк по рецепту прабабушки и сочное тушеное мясо, которому Тоня сделала острую мексиканскую закуску. И дальше вы увидите. Настоящая магия от Ольги Сумской. Как правильно колдовать на кухне? Уходи, горечь, уходи. И как приворожить мужчину?
и любовь пришла до нас. А прямо сейчас Ольга и Тоня вместе приготовят любимый семейный десерт – варенье из малины с апельсинами. Я пропоную зробити варенье малинове. Ух ты! И не просто варенье, а с апельсином. Раздавайте значит, задание. Мы будем перетирать малинку. Как я могу вам помочь, Ольга? Дивись, мені треба обдати апельсинчик кипятком. Тоня, для чого ми обдаємо кипятком апельсинчик? Гадай. Я думаю, избавить полностью его от микробов, как это делается с клубникой, малиной и прочими фруктами, ягодами, которые находятся на нашей кухне. Для удаления горечи. Заливаю. Так, будь ласка. Уходи, горечь. Уходи, из горечь. Апельсина, уходи. Дивись, малинка готова. Ми перекладаємо 100 грамів малинки на 100 грамів цукру. Ось, Дімочка, я хочу тобі продемонструвати ну, таку суміш, яку зазвичай роблять наші українські господині. Ось, перетираючи малинку. Так, з сахаром. А от моя свекруха ще позбавляла, от ці зернишки, що є з малинки, вона як-то відділяла навіть зерна. Оставалася от ця малинова гуща розкошна. Зачем вона це робила? Ну, щоб так вже було совсем бездоганно. І у нас ця малинка, отак свіжою я закладаю її в баночку. А апельсинчик – це таке ноу-хау, яке ми додамо до нашої свіже змеленої малинки для зими. Так, сейчас я порежу апельсин. Что нам нужно будет сделать после? Мы сейчас засыпаем цукром и ставим на вогонь на 5 хвилин. Угу. Всего приварити, на 5? Так, приварити наши апельсинчики. Давайте. Правдивая ли эта история? Слухи, которые бродят по узким улицам Киева. Что такое? Вы мне правда ли, что мама приворожила папу голубцами. В этом смысле? Это правда, честно. Знаешь, вот мы познакомились в театре під час выставы «Кандид» Бернстайн, музыка Бернстайна. Являешь себе, что это за рівень? Ничего себе. Грали двух закоханих. И доигрались. Почуття театрально переросло в життя. И любовь пришла до нас. Але где же здесь место голубцам? Дмитре, коли Віталічка скуштував, прийшов до мене додому і скуштував моїх голубців, все, він закохався до нестями. Ну, і тоді всім незамужнім жінкам зараз совет. Що ж було в тих колдовських голубцях, Ольга? Моя любов. Скажіть більше. Моя любов, моє бажання, моя пристрасть, все, що треба для того, щоб завоювати серце чоловіка. Тоня, а достався ли вам этот талант? Можете ли вы, к примеру, ну пусть не голубцами, пускай фрикадельками в общежитии заговорить, приговорить? Честно говоря, не пробовала. Раніше дівчата вміли це робити. Ольга Сумская, человек, который умеет не только сочетать в своей жизни актерскую профессию и умение быть хорошей мамой, но еще и колдует на кухне. Ольга Сумская с дочерьми сегодня в летней кухне Дмитрия Шепелева. Хай розігріється, і ми поставимо буквально на 5 хвилин. От, і у нас отак от воно не підгорає, ми все бачимо, і довести до кипіння. Ну от, процес пішов. Да, кипіт. Розкішне вже, дивись, ось воно підходить. Аж вкусно. Надзвичайно. Для того, щоб закінчити варити наше диво-варенячко, ми закладаємо, Дмитре, наші доведені до кипіння і проварені на малому, малесенькому вогні 5 хвилин апельсини. Я викладаю. Ось дивись тут навіть оцей сік. Він, знаєш, це те, що найсмачніше. І додаємо до наших апельсин малинку. Дивись, як красиво. О. Да, це настояще золото. Подивись, яка розкіш. Воно вийшло от двох кольорів. Бачиш, два кольори. Два кольори мої, два кольори. Ну, як в нашій українській пісні співається. Закриваємо банк. Закриваємо. Нам понадобиться рецепт цього золотистого вкусного варення. Отже, беремо апельсинчик. Ми заливаємо його кипятком. Після цього ми ріжемо його на половинки. Беремо таку ж кількість малини. Ну, якщо один апельсин, то це
біля 200 грамів малини. Переминаємо її виделочкою, змішуємо теж з цукром. Порізані наші апельсини засипаємо цукром. 2 повні столові ложки. Доводимо до кипіння і проварюємо на малому вогні 5 хвилин. Спочатку ми викладаємо наші апельсини в стерилізовані банки і заливаємо свіже змеленою малиною. Готово! Я хочу, щоб ви підписали вот эти наклейки, которые окажутся на банке с тем, что вы приготовили. Это на память о вашем приходе. Прошу. Девочки, я хочу пригласить вас в сад, где мы попробуем все, что мы сейчас приготовили, и уверен, будем облизывать пальчики. Прошу вас, рассаживайтесь. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня были в летней кухне. Спасибо за вашу красоту. И, ну что, приятнейшего! Пока мы наслаждаемся цветом холодника, я хочу сделать вам подарок. Это подарочный сертификат от спонсора выходных интернет-супермаркета «Розетка.UA». Я вручаю вам этот подарок и очень рассчитываю на то, что именно этот подарок позволит вам еще больше времени, Ольга, проводить вместе с семьей, дочерьми, друзьями и близкими. Сегодня на летней кухне Ольга Сумская поделилась традиционными семейными рецептами и раскрыла свои секреты красоты, воспитания детей и даже колдовства. И доказала, успешная карьера и крепкая семья – вещи совместимые. Ну, на прощание, друзья, хочется сказать, что, пообщавшись сегодня с Ольгой Сумской, я понял, что если вам не хватает времени для того, чтобы сохранить свою красоту, воспитывать детей, заниматься своей карьерой и вообще успевать все везде и всегда, нужно как можно скорее стать народным артистом Украины, тогда время останется на все. На сегодня все. Приятного аппетита, а у меня дела. Пока.